Москва, 29 декабря. Последний рабочий день уходящего года. В час, когда наша киногруппа выезжала на эту съемку, ртутный столбик термометра у центрального телеграфа показывал 28 градусов ниже нуля. Настоящий крепкий мороз пришел на московские улицы, но он отнюдь не убавил того хорошего настроения, с которым встречает Новый год трудовая Москва. Эти кинокадры мы снимали у проходной одного из ведущих московских предприятий – объединения «Электроламповый завод». Закончена рабочая смена, последняя в этом году. Мы приехали сюда на встречу с героем социалистического труда, слесарем Евгением Александровичем Власовым. В огненном 42-м пришел он из ремесленного училища сюда на завод, делал снаряды для «Катюш», и вот сегодняшний день подвел черту 36-му году его трудовой биографии. А у его ученика Андрея Юшина рабочий стаж только начинается. В канун Нового года получил он свою первую специальность – слесаря-сборщика. Евгений Александрович, принято желать счастья в новом году. Спасибо. Мы неплохо поработали в этом году. План завершили 20 декабря. И все эти дни работали в счет будущего года. У нас неплохой задел на будущий год. А пока впереди выходные дни, встреча Нового года, события радостные. Отсюда и настроение веселое. А что скажет ученик? Ну, уходящий год был для меня неплохим. Я получил первую получку. Большую? 100 рублей. Ребята вокруг хорошие и учителя. Ну, есть у кого поучиться. Пишу домой. Родители, наверное, уже тоже пришли. Будем елку наряжать. Ну что же, желаю еще раз счастья вам в новом году, товарищ.